Итак, друзья, завершилась наша охота. К вечеру, скорее всего, натянет дождик. Вот такой вот результатик у нас. Если может плохо видно было вот там. Значит, две куропатки и три горлицы. В принципе, я этого не ожидал, уже заехал сюда, на это место, где вы потом посмотрите. Вот. Ну и сначала мы куропаточек ставим, значит, стая большая, штук 20. Вот, соответственно, собачки их погнали, они сели, вот мы туда подошли, они, конечно, начали в разных местах вылетать. Ну, получилось двух выстрелов, двух бить. Потом, куда они улетели, я уже не видел, поэтому. Ну и люди могут сказать, стреляешь на проводах голубей. Это, как бы, так сказать, тут все заброшенное, поэтому это все остатки прошлого, так сказать. Вот, поэтому ничего здесь такого зазорного нет. Вот такой вот у нас результатик, так что можете нас поздравить с полем. Ну, а мы собираемся, едем домой. На сегодня это все. Всем удачи, всем пока.